Всем привет! Меня зовут Дмитрий, а канал мой называется Алкопроба. И сегодня на семейный ужин я решил прикупить бутылку вот такого вина, составить о ней свое мнение и заодно поделиться с вами. А вино это Кагор Тамани десертный, производство ООО «Кубань Вино», основанное в 1956 году, которая расположена на Таманском полуострове. Вот повнимательнее такая этикетка. Стандартная бутылка. Закрыта сверху, запаяна. Голограмма присутствует с торца. Бутылка темно-зеленого стекла. Так как этот напиток десертный и крепленный, то выращенные и собранный виноград увяливаются, потом давятся вместе с кожурой и косточками. Начинается процесс брожения. Во время процесса напиток подогревают, чтобы он приобрел свои свойства, за которые потом его и ценят. И когда сахар в виноградном сусле снижается до определенного момента, его крепят этиловым ректифицированным спиртом. Ну и после какой-то выдержки разливают, бутылируют, и получается вот такой десертный кагор. Именно вот в этой бутылке 16% содержание спирта и 140 грамм на дециметр кубический сахара. То есть вино это оправдывает свое название, десертное. Будем его пробовать, дегустировать. Надеюсь, что вкус совпадет с моим ожиданием. Ну а производитель этот довольно известен. Продукция его широко распространена, и ознакомиться с ней вы можете на сайте «Кубань Вино», где представлена вся линейка производимых вин, ну и вся продукция этой компании. Что ж, скорее перейдем к делу. Все, открываем бутылочку. Хорошо открывается. Пробка натуральная. Сейчас посмотрим. Отлично. Даже с рисунком. Сладко, терпко, фруктово, да? По второй. Ну, с праздником, господа. Давай, давай. Прям сладкие ягоды, да? И черная смородина. Сладко, хорошо. Третий тост за любовь. Действительно, жидковат. Все-таки настоящий должен быть прям вот погуще. Тягучий. Вроде бы все. Есть то, что положено, но чуть жидковато. Выдержки нет, вот он, то есть молодой такой напиток. Его только сделали и сразу по бутылке. Ну что, друзья, праздник окончен. Можно подвести итоги. Наконец-то все распробовано, выводы сделаны для себя.
И для этого вина Кагур Тамани десертные, к сожалению, они неутешительные. Напиток, по моему мнению, простоват, жидковат, у него нет того насыщенного запаха и той глубокой терпкости, которая должна быть в оригинальном вине. Что-то в нем не хватает. Наверное, все-таки какой-то выдержки, возможно, каких-то тонкостей в процессе изготовления не соблюдается, но не классический Кагур. До этого пил абхазский, мне понравился больше. Ну, и существование этого напитка, конечно, оправдывает его цена. За 250 примерно рублей пойдет. Но в следующий раз я его просто не возьму. Буду брать массандровский Кагур, а лучше еще Мадеру. Ну, или напитки Фанагории. Слышал, что они более достойны и даже для крепления виноматериала, чтобы остановить брожение, применяют не ректифицированный спирт, а коньячные дистилляты. Всем пока, спасибо за просмотр.